Всем привет! Это снова я, Денис Ралдугин. Я нахожусь в Ростове-на-Дону. Сейчас я вам покажу северное водохранилище. Я уже до этого снимал на северном. Сейчас покажу вам другой подход к северному водохранилищу. Здесь еще красивее, чем там. Опять же, река Темирник. Вот он, центр репродукции. Красиво гонит волны. Там у нас впереди улица Барко, а вот здесь Бодрая.